Тестер светодиодов, дополнение к мультиметру, делаем из подручных деталей. Тестер светодиодов, из подручных средств. Проверяем светодиоды и другие элементы. Нам понадобится трансформатор, транзистор, диод и два резистора. Все детали можно взять с нерабочих устройств или купить. Также намотать трансформатор самому. Я использовал трансформатор с неработающего драйвера светодиодов. Можно взять трансформатор от зарядки телефона. Обмотку трансформатора с меньшим сопротивлением подключаем к базе транзистора через резистор 20 кОм. Обмотку с большим сопротивлением подключаем к коллектору транзистора. Обмотки трансформатора соединяем согласно фазировке и подключаем к плюсу питания. Фазировку обмотки в большинстве случаев можно определить, посмотрев на контакты подключения трансформатора, посмотрев, с какой стороны провод обмотки приходит к контакту, с левой или правой стороны. Например, лево – это начало обмотки. Если не заработало, поменяйте подключение одной любой обмотки трансформатора на противоположное подключение. На эмиттер транзистора подключаем минус питания. Добавляем диод, желательно шотки и резистор для ограничения выходного тока. Все, у нас получился простой тестер светодиодов. Для достижения наилучших параметров, в цепи базы транзистора ставим переменный резистор, на выход подключаем вольтметр. Изменяя сопротивление резистора, добиваемся наибольшего напряжения на выходе тестера светодиодов. Измеряем сопротивление переменного резистора, впаиваем постоянный резистор с таким же сопротивлением. При напряжении питания от пальчиковой батареи, выходное напряжение 50 вольт, от литиевого аккумулятора около 150 вольт. Выходное напряжение зависит от примененного транзистора. При использовании транзистора КТ3102 и напряжении выше 2 вольт срывается генерация. Изменение сопротивления резистора в базе транзистора не решило проблему. При малых напряжениях этот транзистор показал наилучший результат. Хороший результат получился с транзистором C9014, нет проблемы срыва генерации при повышении напряжения питания. В тестере можно применить практически любой транзистор NPN, так и PNP транзистор, изменив полярность подключения питания и диода на противоположную. Тестер получился маленький, длина 1,5 см, высота и ширина 1 см, не учитывая элемент питания. Тестер при использовании, подключаем параллельно к щупам мультиметра, включенного в режиме вольтметра, или к любому вольтметру. Помощник для проверки работоспособности светодиодов и других элементов готов. Также можно проверить тестером светодиодов, работоспособность стабилитронов, диодов, денисторов и других элементов. Thank you.
Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. До новых встреч!